Раньше Максим Коляскин увлекался изготовлением макетов кораблей. Водная стихия настолько привлекала юношу, что он решил освоить новое хобби – плавание. В спортивную школу ИКАР Максим ходит уже 7 лет. Занятия плаванием помогают спортсмену поддерживать себя в хорошей физической форме, снимают напряжение. Пловец регулярно занимает призовые места в заплывах. Свое мастерство юноша продемонстрировал и на городских соревнованиях по плаванию среди людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Максим взял золото на двух дистанциях по 50 метров – вольный стиль и кроль на спине. Могу получше, но меня устраивает пока что мой результат. Стремлюсь сделать свой результат лучше. Я готовился физически, как-то тренировался, отрабатывал упражнения. Городские соревнования по плаванию среди людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в личном первенстве проходят ежегодно в бассейне «Ариэль» молодежного центра. Юные пловцы соревновались в нескольких возрастных группах в трех дистанциях на 50 метров вольным стилем, кролем на спине и брасом. Также прошел смешанный заплыв между мальчиками и девочками. В соревнованиях участвовали обучающиеся ИКАРа, школа номер 7, школы-интерната номер 9 и молодежного центра. Мне очень понравилось, и я хотела узнать, кто же, ну, против кого же я буду и смогу ли я побить свой рекорд в 44 секунды. Побил рекорд? Да, но не намного, на 43 секунды. Я плавал на время и также тренировался на кувырки и прыжки. Городским соревнованиям все ребята готовились серьезно. Тренировались каждый день, развивали выносливость на длинных дистанциях и скорость на коротких. По словам тренера молодежного центра, плавание – отличный вид спорта для всех категорий и возрастов, который гармонично развивает физические и личностные качества спортсменов. Плавание – это вообще самый универсальный стиль, самый полезный, я бы сказал, стиль, самый гармоничный. Ну и детишкам нравится вода, они любят воду, они тренируются, стремятся улучшить свои результаты, что и подтвердили на сегодняшних соревнованиях. Победителей и призеров заплыва наградили дипломами, медалями и подарочными сертификатами. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.